Уважаемые подписчики и гости моего канала, рада приветствовать вас на канале «Розовое хобби». С вами Татьяна. Когда-то давно, лет 8 назад, я купила малюсенькие саженцы самшита. И вот теперь у меня два огромных шарика. Вот они какие большущие. Растение очень благодарное. Самшит не требует большого внимания к себе и очень легко в уходе. Вот сейчас весной я его подстригу, сделаю новую стрижку. Весной я делаю слабую обрезку, обрезаю веточки и листочки, которые обожгло солнцем. Где-то в июле, когда отрастут новые листочки и веточки, я тоже сделаю стрижечку. После летней обрезки можно взять черенки, и они очень легко приживаются. У меня маленькие самшиты выращены из этих черенков. Он зимует хорошо, не боится морозов. Единственное, что надо сделать, закрепить его, чтобы не раздавило снегом и не развалило веточки в разные стороны. Вот сейчас в мае я его подкормлю комплексным удобрением. Лучше суперфосфат, и очень хорошо будет продолжать расти. Так что советую и рекомендую это растение для малоуходного сада. И красиво, и легко в уходе. Сейчас я режу вот таким триммером, но можно и обычными садовыми ножницами или секатором. А это мои малыши, подрастающее поколение. Один, второй, третий. Они выращены из черенков. Я их тоже сейчас постригу. Сделаю тоже шарики. Не бойтесь обрезать самшиты. Я формирую растения с самого раннего возраста. Самшиты очень податливы на стрижку. Чем раньше вы начнете стричь, тем правильнее будет выбранная вами форма. Я стригу и придаю форму шарика. Вы можете создать любую форму, которая вам нравится. А вот это моя ясельная группа. В прошлом году, после летней стрижки, несколько черенков я оставила в горшочке. На подоконнике дома они и зимовали. И вот теперь они переехали в сад. В начале июня я высажу их в грунт. Первое лето я их не стригу, а вот с будущего года они уже будут подвергаться стрижке. И низкорослые тюльпанчики раскрываются. Красиво. Радуют нас. Еще совсем рано, 3 мая, они уже открылись. Но это пионеры первые. Остальные пока в бутонах. Какой красавец! Красота! Рядом другой приятель. Ну, потом еще не раскрывшиеся эти первые. Ай, красавцы. Красавчики, нарциссы. Прелесть. Ну что ж, вот мои шарики стали как новые. Снова зелененькие, кругленькие. Красота. Найдите себе уголок в саду и посадите самшиты. Они вас порадуют. Спасибо за внимание. Думаю, у вас тоже все получится. Удачи вам! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки!